Друзья, а перед началом ролика я бы хотел вам сказать то, что я немножечко решил изменить свой SkyWars, то есть взять и вставить в него ачивки, конечно же. Я видел это у сотни ютуберов, у многих, короче, не у сотни, конечно же, но у многих ютуберов я это видел. И, конечно же, я тоже решил так поставить, то есть чтобы было интереснее, прикольнее и активность в комментариях поднялась. То есть, одним словом, ваша задача написать мне любую ачивку, конечно же, придумать, написать в комментариях ачивку, и я выбираю 3 лучшие ачивки. Или же 2. Все. А мы переходим к моему ролику. Итак, друзья, мы начинаем играть на SkyWars в Hypixel, what the fuck, что я сказал? Окей, мы затащим на этой шикарной карте, не знаю, как она называется, но окей, Frozen Throne называется она так, если я правильно, конечно же, прочитал. Вот, в принципе, окей, ко мне кто-то уже пытается прокопаться, но мы не дадим себя в обиду. Затащим одним словом, да, в принципе, мое любимое слово, обожаю его, обожаю, очень красивое. Очень мое любимое слово, шучу, конечно же, но на самом деле оно мне очень нравится, это слово, я люблю его произносить, и да, окей, погнали, окей, все, сразу на центр, и этого чувачка, давай, ага, он взял, хорошо, что я не в микрофон дул, или в микрофон, ну, в принципе, я дебил, но окей, погнали, убивать, избивать, драться, резать, мочить, что еще, не могу найти синонимов, ну, окей, в принципе, пофиг, и погнали туда, что-то я какой-то писклявый голос сделал, окей, сейчас я буду грубым, погнали туда, так, ну-ка, там кого-то сливают, мне это не нравится, топ, эй, малыша, топ, Феликс. Топает малыш. Лол, вы просто, не знаю, кто это видел. Окей, скажите, откуда это я взял. Окей, ладно, что тут у нас? Ничего. Окей, я рад этому. На самом деле, конечно же, я шучу. Это большой-большой-большой-большой-пребольшой сарказм. Окей, а мы выкидываем это все дело и идем драться. Всех избивать по рукам, по ногам, не знаю, по еще чему-нибудь надавать, но я это не буду произносить. Окей, внизу у нас чувачел, сейчас которого мы сольем. Зачем я говорю, как Марьяна Ро или кто там? Типа, если ты не подписан, точнее, мэ, если ты не подписан, мэ, так обычно говорит. Вау-вау-вау! Ты чё? Топает. Убиваем! Смотрите! Что делает? Смотрите, что делает эта прекраснейшая девица! Ой-ой-ой-ой-ой! Зачем же ты так делала? Ты меня свела с ума! О боже, нет! Вон еще там чувачел хочет меня... Свести со мной счеты! Больно. Это было больно, но мы идем наверх. В принципе, тащить снова каточку. Если я сольюсь, конечно же, я буду кричать. Это точно, это гарантированно. И я прям крикну это в ролике. Окей, а внизу у нас есть чувачел, который меня сейчас сольет, конечно же. Но я дебил. Окей, выкидываем это дело. Выкидываем. Я сейчас буду говорить как настоящий мужик, таджик или что-то еще. А внизу у нас там чувачел 228 минус плюс 1, 2. Окей, погнали туда. Погнали, просто его сольем, то ли блокитом. Стоп, блокит. Вот то. Окей, ладно, у нас не получается блокитить. Ну, я, в принципе, лох, у меня всегда... Так получается и так случается. Одного мы слили, в принципе, где-то у нас есть еще чувак. А, вон он, красавчик, я чуть из-за тебя не упал, лол. Окей, идем туда, в принципе, и убиваем его на изи. Но у нас есть наверху сейчас вкусненькие вещички, и мы, в принципе, можем их залутать. Но я наверняка убью сейчас того пацана. Если у него будет Эндер Перл, я просто его и забью. Оу, yeah. Погнали. Погнали его убивать, я так думаю, да, в принципе, вот, да, такие дела, то есть, если он меня убьет, я буду орать, просто орать аруном, что я сказал, этого я сам не понимаю, но, в принципе, я дурачок. Топает малыш, топ, вау, ты что, меня сейчас сольешь? Чё, неужели? Нет, я победил! 5 киллов, люди! Это очень сложная карта, для меня это достижение на самом деле. Сегодня мы поиграли одну каточку, всего лишь. Ну, не пишите мне, типа, снимай по 2 катки, я это знаю, люди.
И я буду снимать в следующий раз по две катки, потому что я, в принципе, сегодня мучился, избивал себя, шучу, я не мазохист, да. Вот, кстати, не забывайте про то, чтобы написать мне ачивочку, я люблю ваши ачивочки, и, в принципе, вас всех я тоже люблю. Да, как себя, даже больше себя, конечно, я шучу, но на самом деле, как себя, так и вас я люблю, вот, в принципе, вот так. Окей, в принципе, пишите свои ачивочки, и все. Всем пока-пока и удачи!